друзья, группа «Карамор» сегодня на «Добром вечере». Да, действительно, сегодня в программе «Добрый вечер. Гомель» на Беларусь-4 звучит средневековая музыка. Мне казалось, это все будет потише. Юль, вот какие ассоциации, когда ты слышишь волынку? Вот у меня, знаешь, Шотландия и мужчина в юбке обязательно. Почему-то так. А как у тебя? Да у меня не так, поскольку я закончила исторический факультет. Для меня это прежде всего средневековье, времена ВКЛ. И вообще, что такое волынка? Есть у нас традиционный белорусский музыкальный инструмент дуда, белорусская дуда, поэтому... Ну, в общем, дорогие друзья, все подробности сегодня в прямом эфире. Вот очень интересно, вот у нас средневековая музыка сегодня звучит, а вот что вообще этим летом звучит, скажем так, в ваших наушниках? Звоните в студию, пишите в Вайбере. Напоминаю, на Беларусь 4 программа «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ребят, вот, кстати, а что звучит в ваших наушниках этим летом? Ну, я вообще всякую музыку слушаю, то есть от там блюза до там чего так. угодно. Ну вот, последний мой плейлист, это был вот Billy's Band, питерская команда, Сварга, Россия, это такой Doom Pagan, и группа Грот, ну это вообще рэп, ну... Александр, скажите, у вас наушники есть или вот барабаны? Конечно, есть. И сам по себе вопрос действительно очень интересный. Вот. Всегда задумывался, потому что действительно, я могу как и Денис сказать, что в наушниках у меня вряд ли играет средневековая музыка. Либо вот, там, в том-то все дело. То есть там какие-то песнопения шаманов, это уж точно нет. Вот. И тут получается действительно логический такой вопрос, как так можно слушать такие вещи и на выходе получать в итоге средневековую музыку. Вот, тут я даже сам такой, честно, не знаю. Хорошо, а что слушаете? Вы сегодня что слушали, когда на передачу ехали? Ох, в основном слушаю зарубежные, конечно, группы, то есть потяжелее, как то говорится, под настроение, перечислять. Да, но, конечно, тоже классический джаз, например, 60-х, например, почему нет? То есть вполне, то есть конечно, диапазон да. широкий должен быть. Юль, ну так вы, наверное, нас сейчас удивите обязательно чем-нибудь. Что слушаете? Наверное, каждый день... Когда я еду на работу, у меня всегда наушники, я всегда слушаю музыку, или когда иду с работы. У меня в основном такая современная электронная музыка. Я думала, ты сейчас скажешь, классика, Бах, Моцарт. Я вообще люблю дискотеки. Директор моей истории разрушил все стереотипы только что. Средневековая музыка у меня в плейлисте также есть. Ну, вообще, дорогие друзья, на самом деле ведь не просто так сегодня ребят пришли к нам в студию. Дело в том, что завтра состоится... масштабный, я бы сказала, такой концерт средневековой музыки. Вообще, расскажите все сами подробнее. Давайте вот всю интригу раскрывайте сейчас. Так. Когда, где и что? Завтра, значит, в 7 часов. Это в парке, в охотничьем... Музей истории Гомеля. Да, музей истории города Гомеля. Делаем вот концерт средневековой музыки. Будем играть полную программу. Вот. И... кое-что еще будет. Хорошо, а что вообще будет, кроме музыки? Вот, будет коллектив, который занимается историческими танцами, средневековыми тоже. Бельфиория называется коллектив. Они именно танцуют. Вот под средневековую музыку они танцуют средневековые танцы. Это очень интересно, они все костюмированные. Такой вот... То есть у вас такой целый такой шоу-проект получается? Да, ну и опять же можно и мы... окунуться в историю. Да, и мы как бы в костюмах, будут жонглеры еще при этом. Еще мы сделаем, вот очень просили сделать средневековый мастер-класс по волынкам, рассказать, показать, более глубоко, вот, наверное. Ну, кое-что мы узнаем уже сегодня в прямом эфире, я надеюсь, какой-то такой небольшой момент. Завтра постараюсь принести больше волынок и какое-нибудь данное растерзание, пускай люди вот посмотрят, попробуют. Итак, Юля, я так понимаю, в вашем музее, музей истории Гомеля, в нашем музее, в 7 часов вечера завтра состоится вот такой вот удивительный концерт. Мне вот что интересно, вот в наше время, в основном, когда все слушают, другую музыку, не такую, насколько вы не испытываете вообще дефицита в слушателях? Вот? Ну, абсолютно. Согласен, как ни странно, нет. То есть людям нравится, да? Вот это да, вот наше последнее выступление на набережной, да. Например, взять. Ну, устроитель этого мероприятия просто подошел потом, а мы там поиграли буквально, Ну, 10 минут. Да, минут 10. Вот. Он говорит, людей это собралось, говорит, а как так-то? Круто. Как так получилось? То есть, посмотрите, какую аудиторию собрали. Вот. То есть, это тоже удивляет. Ну да, сейчас немножко кризис в Гомеле именно того, что кавер-бендов очень много, и как бы какой-то музыки другой очень мало. Уже альтернативный немножко. Ну да, сейчас очень мало коллективов, которые что-то делают иное. Да.
Ну, Волынка, об этом разговор чуть позже. Хотя можно же напомнить о том, что коллектив известный наш старый Ольса, Змитер Сосновский, и он же с Гомеля. Да, и это как раз поэтому это продолжение традиции, я так думаю. Юль, вот, а вам не страшно, как руководитель музея, организовывать в зале музея, где люди, в принципе, привыкли смотреть произведение искусства, а тут хоп, и концерт. Сегодня это, кстати, очень популярная такая форма, но, может быть, не до конца многим понятно. Как вы считаете, вот концерт группы «Карамур», музей истории, это вообще логично все? Это очень логично, поскольку это будет все происходить в экспозиции, где у нас представлен период Средневековья. Поэтому это все настолько органично и уместно. Я думаю, и посетителям будет интересно, и тем людям, которые увлекаются, наверное, только музыкой, да, либо только музей интересен им. И вот такой симбиоз, это всегда, наверное, на пользу. И сейчас это в тренде, наверное, каждое учреждение культуры становится таким многофункциональным центром. Ну, еще зная вот лично вас, насколько вы ответственно, всегда с какой-то изюминкой подходите к созданию каждого проекта. Креативненько. Да, креативненько. Я думаю, что ребята там завтра будут зажигать по полной программе. Да, напоминаю, в 7 часов завтра в Музее истории, в 7 часов вечера в Музее истории города Гомеля средневековая музыка, средневековые танцы, наряды, костюмы, волынка, барабаны. Ну, в общем, это надо видеть, так что, дорогие друзья, у вас еще есть возможность. Во-первых, у вас есть большая возможность выиграть вот прямо сейчас в прямом эфире пригласительный билет на 2 человек в нашем конкурсе. Вот именно на концерт группы «Карамур». Вопрос, на любознательность, наверное. 34-22-43 – это телефон прямого эфира. Ждем ваши ответы. Когда празднуется международный, представляете, есть такой праздник, Международный день волынщиков. Вот, назовите дату, и завтра в 7 часов вечера вы отправляетесь по пригласительному билету на концерт группы «Карамур». Вот ребята так застыли. Вопрос, наверное, для вас неожиданный. Я так понимаю. Ну, сейчас будем ждать варианты. Напоминаю, 34-22-43. Хотелось бы поговорить о том, где и вам выступать комфортнее все-таки. Вот вы сказали, что на набережной выступаете, на сцене выступаете, или все-таки среди музейных экспонатов, как считаете? Вот лично мне очень нравится играть на улице. Вот прям брать инструмент, спонтанно выходить и играть, потому что на улице... А вы практикуете такое? Конечно, просто взять конечно, инструмент, да. И просто пойти? Мы начинали как уличный коллектив. Ну, почему? Потому что ты ходишь, у нас гомельские музыканты, которые играют там в переходах, например, они играют постоянно Цоя. Так. Они играют то, что хотят услышать, да? А мы как бы вот стали и начали играть вот как бы средневековым. Мы такие, что это, ну как бы, как, что, волынки, ну интересно. Подождите, у вас еще очень интересные такие наряды, по крайней мере, я видела вот на фотографиях. Если вы в этих нарядах выходите да с волынкой, то тут надо подготовить, мне кажется, зрителя. Пока это только концертные костюмы. Ну просто люди, когда приходят на концерт, они примерно знают, что их ждет. Они знают твой репертуар, какую музыку. А тут случайно мимо проходящий там человек просто слушает, и это интересно. Вот знаете, насколько вот я, по крайней мере, знаю, поправьте, если это не так, что в 19 веке вообще вот живая музыка, вот дуда, например, да, там цимбал, по-моему, был. Скрипочки были, да. Она была, считалась, приглашали на самые дорогие свадьбы, потому что вот такие вот дудари, исполнительные живой музыки, они очень хорошо зарабатывали именно на таких мероприятиях. Мне вот интересно, а как вот современная вот молодежь относится вот к такой диковинке? Приглашают, например, вас выступать вот на свадьбе, может быть, на каких там танцевальных вечеринках сегодня. Ну, вообще, так колорит такой. На свадьбу приглашают, но в основном отказываемся. Но 13-го поиграем. Все-таки придется, да? Вы не отказываетесь. Вы через эту свадьбу, знаете, как будете интересно преподносить такое искусство? Не та атмосфера. То есть вот для вас это все-таки важно. Мы очень сильно выбираем, если там уже приглашают, вот. Лучше на улице. Да, лучше на улице. Знаете, а сколько лет существует коллектив, что вы выбираете пока еще или уже? Год? Еще молоденькие. При этом все равно выбирают, но довольно любопытно. Вы знаете, есть телефонный звонок. Потому что для души работают, да? Давайте послушаем ответ на вопрос нашего конкурса, мне подсказывают. Напоминаю, что разыгрываем билеты на концерт группы «Карамур». Это средневековая музыка, довольно интересная. Сегодня еще раз ее услышим. Ну, а пока вопрос конкурса повторю. Когда празднуется Международный день волынщиков? Волынщик, человек, который играет на волынке. Волнуетесь? Да, это очень хорошо. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория, скажите, вы вообще слышали когда-нибудь, как играет волынка? Да. Вам нравится этот звук?
Да. Ну вот скажите, и очень колоритно выглядит человек, который играет на этом инструменте, да, вот как вот Денис у нас сегодня в гостях, правда? А вы знаете, вы знаете, вот, может быть, у вас есть предположение, когда все-таки празднуется Международный день волынщика? 10 марта. Вот великая штука интернет. Ну вот благодаря вам и интернету вот мы только что вот все узнали. Спасибо большое за это действительно правильный ответ. Вот вы знаете, Виктория, вы завтра в 7 вечера, на 7 вечера все дела отложите, берите себе спутника или спутницу и отправляйтесь в музей истории города Гомеля к 19:00. Там начинается концерт группы «Карамор». Средневековая музыка, все для вас. Вы только что стали нашим победителем. Так что пригласительный билет ваш. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Вот так вот. Кстати, забыли спросить у телезрительницы, какую же музыку она слушает летом. Но вот есть интересное сообщение от наших зрителей. У Алины в наушниках звучит «Битлз» этим летом. Анна слушает «Бьянку» про лето. Все предсказуемо. А вот Леонид пишет: «Обычно слушаю блюз, а сейчас волынку». Да, вот при опере. Довольно интересно и неожиданно. Спасибо, пишет Леонид. Ну что ж, Леонид, мы, надеюсь, будем вас еще сегодня удивлять. Вообще, я слышала, что шотландцы, вот, они наделяют волынку какими-то такими магическими свойствами, и даже есть такое поверье, что оно отгоняет... Отпугивает крыс. Да, по крайней мере, я так слышала. Вот, но у многих есть такое поверье, что инструмент начинает очень красиво звучать у волынщика только через год, когда якобы привыкает к своему хозяину. А что вы вообще скажете, Мне кажется, больше, чем год. Это точно. Ну, на самом деле, шотландская волынка, она не такая мистическая, например, вот как белорусская дуда. Вот это прям... Вот это белорусская это дуда. Прям вот, да, это а вы можете вот сейчас показать, в чем разница, да, хотя бы объяснить нам даже? Объясню то, что, например, вот это у меня в руках, это средневековая волынка, называется в народе дудельзак. Вот. Интересный инструмент. Да, а это, кажется, получается очень... белорусская дуда, вот лепельского типа. Повернитесь. Вот. Так. Они существуют и разных тональностей, и, ну, как бы мастера делают немножко по-разному все. Вот, ну, немножко вам звука. Да, конечно, чтобы понять эту разницу. Сначала надувать надо, да? Вот сразу видно, что это белорусская дуда. Вот и звук другой, хоть я и не музыкант, да, такой степени. Он очень обрядовый, на самом деле. Да. Им разрешалось играть только мужчинам. То есть женщинам нельзя было. Он игрался на ритуалах, на там свадьбах. Вот на белорусской свадьбе, мне кажется, прекрасный вариант, да, такого инструмента. Скажи, Денис, а вот для вас лично комфортнее играть на каком, на какой волынке? На вот средневековой. А почему? Ну, я к ней больше привык, она удобнее, и этой волынкой я занимаюсь очень, ну, еще недолго, там буквально год, наверное, полтора играю. Ну, я заметила, это же не просто гитара, да, я заметила, что вы сначала должны надуть вот этот мешок. А вообще расскажите принцип работы вот волынки. Если сравнить, например, ну, вообще, зачем нужен мешок? Да, вот зачем? Когда мы играем на флейте, звук прерывается из-за того, что у меня, например, нет воздуха. Я играю мелодию, и мне надо делать вдох. Пока я вдыхаю, мелодия у меня прерывается. Мешком я компенсирую этот разрыв. Ага. То есть, когда у меня заканчивается воздух, я выдаю его из мешка, и музыка становится беспрерывная. И получается музыка, я бы так даже сказала. Да. Правильно? Не просто звуки, а музыка. Александр, вы никогда не планировали поменять или попробовать барабан на волынку? Ну, он уже напробовался на репетициях. Честно, да, пробовал, но, честно, мне это тяжело, на самом деле. Вот я хочу сказать, мне тоже кажется со стороны, что это очень тяжело. Сила, ну, да, да, сила такая нужна, это здоровый образ жизни какой надо вести. Конечно. Постоянно дыхалку какую-то свою разрабатывать. Ну, есть такое, да, каждый инструмент все-таки забирает что-то. То есть вы барабан не поменяете на волынку? Ну, честно, профессионально я никогда не занимался этой с барабанами, но играю лет с 13, а мне сейчас 27. То есть я уже, честно, ни на что их не поменяю никогда. Не говорите, Гоп, правда? Да. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что услышать звуки волынки и потанцевать под средневековую музыку можно будет завтра в Музее истории и фотографии города Гомеля, где состоится концерт группы «Карамор». Кстати, о музыке. 1 июля, в понедельник, еще одна важная информация, камерный хор Гомельской областной филармонии приглашает на концерт в Гомельскую область
областную универсальную библиотеку имени Ленина. Артисты камерного хора под управлением заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой постоянно воплощают какие-то интересные идеи, радуют своих преданных поклонников, слушателей. Так вот, в новой концертной программе под названием «Хоровая фантазия» традиционно будут звучать духовные славянские песнопения, шедевры церковной музыки, русская зарубежная классика и обязательно старинные романсы. Но кроме этого, зрителей ожидает еще и вокальный сюрприз. Свое творчество на этом концерте представит солист хора, композитор Александр Абросимов. В этот вечер он выступит не только исполнителем, но и автором собственных песен и композиций. Напоминаю, 1 июля в понедельник камерный хор Гомельской областной филармонии приглашает на концерт в Гомельскую областную универсальную библиотеку имени Ленина. Ну, а после рекламы, дорогие друзья, будут еще интересные, но совершенно другие подробности культурной гомельщины на ближайшие дни. Дорогие друзья, группа «Крамор» сегодня на «Беларусь-4». Вот под такую музыку каждое утро на самом деле просыпается английская королева. А сегодня мы решили немножечко как бы усыпить зрителей накануне выходных. Ну что ж, это программа «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, что сегодня строим план на выходные дни вместе с музыкантами коллектива музыки Средневековья. В гостях у нас «Крамор» Денис Гусаков и Александр Макаренко, а также директор музея истории города Гомеля Юлия Купреева. Дорогие друзья, хочу напомнить, что эта неделя для всех нас прошла под девизом вторых европейских игр. И вот уже в ближайшее воскресенье будет закрытие этого масштабного спортивного события. Гомельчане смогут увидеть церемонию закрытия не только по телевизору, но и, конечно же, в фан-зоне у Ледового дворца. В воскресенье с 10 утра до 10 вечера здесь, в фан-зоне, развернутся праздничные концерты, будут выступать наши известные гомельские музыканты, будет организован молодежный танцевальный марафон, обязательно состоится финал городского турнира по стритболу и, как обещают организаторы, будет даже огненное шоу. Ну, вот пока зрители знакомятся с программой, на 30 число с работой фан-зоны, я вот хочу спросить у вас, следили ли вы вообще, следите и как следите за европейскими играми? Скажу, наверное, я первый. Спорта я совершенно далек, это сразу скажу, но... То есть само по себе событие, я же вижу ажиотаж какой, действительно. Да. То есть это действительно, ну, видимо, знаковое событие. Да что уж говорить, мне отец постоянно смотрит, то есть телевизор целыми вечерами. То есть, вот, то есть Александр, ни одно соревнование не посмотрели лично? Лично? Я все от отца узнаю уже. А, все от отца, все новости знаете. Ничего не нужно, да? Ну, Денис, у меня брат следит. Вот брат как раз, следит, да, ездил в Минск следить. Даже так? Да. А в фан-зоне кто-нибудь уже успел сделать селфи? Нет, Юля, в вашем телефоне понятно. Есть селфи? Конечно, да. Так вы знаете, Юль, вот если у вас есть селфи из нашей гомельской фан-зоны, с европейских игр, то вы можете принять участие в уникальном просто конкурсе, о котором я сейчас расскажу. Дорогие друзья, для болельщиков вторых европейских игр телерадиокомпания «Гомель» проводит фотоконкурс «Мое фото на фан-зоне». Итак, все вот, внимание, все подробности. Надо прислать интересные, желательно креативные, эмоциональные, ну, конечно, патриотические снимки с фан-зоны, показать, как вы вот болеете за наших спортсменов. И у вас есть возможность, дорогие друзья, выиграть не только призы, но и увлекательную экскурсию
экскурсию по закулисью нашего родного телевидения. То есть, грубо говоря, один из призов – это экскурсия на телерадиокомпанию «Гомель». Фотографии на конкурс будут приниматься до 2 июля по электронной почте. Адрес почты вы сейчас видите на экране. Победители определятся 12 июля. Все подробности фотоконкурса «Мое фото на фан-зоне» можно будет найти на официальном сайте телерадиокомпании «Гомель» или в наших соцсетях. Кстати, ваше фото обязательно появится в одной из программ «Добрый вечер, Гомель». Ну что ж, дорогие друзья, Гомельский музей истории специально ко вторым Европейским играм, я знаю, открыл на днях вот выставку «Закулисье побед». Я предлагаю прямо сейчас разыграть билеты на эту выставку. Итак, раз мы говорим про Европейские игры, вопрос, соответственно, будет звучать, связанный именно с этой тематикой. Сколько стран участвует во вторых Европейских играх, которые проходят сейчас в Беларуси, дорогие друзья? 34, 22, 43, назовите эту цифру. Сколько стран всего участвует? Задумались, я смотрю, и наши гости тоже. На самом деле, информация об этом, мне кажется, везде уже. Да, надо быть просто невнимательным, чтобы не ответить на этот вопрос. Итак, разыгрываем билеты в музей истории на выставку «Закулисье побед». И у нас, в принципе, есть еще один пригласительный на концерт группы «Карамор». Может быть, мы вместе с билетом в музей его разыграем? Конечно, вы не против? Конечно. Ребят, не против? Ну что ж, нашему телезрителю, который сейчас позвонит в студию, ответит на вопрос нашего конкурса. Сколько же стран участвует во вторых Европейских играх? Сколько всего стран? Вот повезет, как прекрасно, да. Вот культурное мероприятие уже практически сделает весь его досуг. Юля, вообще расскажите нам подробнее вот про эту выставку «Закулисье побед». Она действительно такая не случайная была. Мы как-то и в одной из программ о ней рассказывали уже. Ну вот хочется услышать от вас, что это за выставка, чем она примет. Да, ну, мы где-то еще, наверное, осенью начали задумываться о том, что у нас же впереди Европейские игры. Это действительно очень знаковое и важное событие для нашей республики. Было бы хорошо реализовать какой-то проект выставочный. Поэтому поискали, посмотрели, чтобы показать, нашли такого фотографа Евгения Смужко из города Минска, который делает репортажные съемки соревнований по художественной гимнастике чаще всего. Ну, он предложил такой вариант, как «Закулисье побед», поскольку не все видят обратную сторону этих побед, а ведь да, дорогу, трудиться да, приходится спортсмены. Многие годы, да, для того, чтобы и то не все добиваются наивысших результатов, не у всех есть медали там высшей пробы, хотя десятилетиями могут заниматься. Поэтому самое важное, наверное, для достижения результата – это как раз-таки работа. Поэтому в Музее истории печати и фотографии на нашем экспозиционном объекте представлена эта выставка. Там более 30 фотографий. Они настолько удивительны, поскольку до соревнований ведь каждый готовится по-своему, да, кто-то держит игрушку, кто-то нервничает, кто-то очень спокойно сосредоточен, то поэтому это очень эмоциональное, даже трепетное, что ли, поэтому... И как раз очень такая актуальная в эти актуальная, дни, поэтому да, всем советую посетить. Спортсменов. Ну, вообще, и фан-зону. И фан-зону тоже, да. Вообще, вот сейчас же идет такая пора отпусков, самая насыщенная, да, летний период, да. Вы, кстати, в отпуск не собираетесь, ребят? В августе. В августе. Это будут моря и океаны или здесь? Нет, это здесь. Это будет здесь, свое родное. Вот, Юль, вот мне интересно, вот насколько много ли туристов сейчас посещают вот, музей истории? Как раз в это летнее время, наверное, основной контингент – это у нас туристы. Угу. Очень много россиян, есть представители Западной Европы. Знаете, не так давно у нас были представители Чехии. В нашем музее где-то месяца за два до их посещения побывал их сын, и к нам приехала семейная пара и сказала, что наш сын сказал, в первую очередь в городе Гомеле вы должны посетить музей истории Гомеля. Сейчас послышит Оксана Турапова, директор музея дворца, да, и думает, ох-ох. Ну, я думаю, надо порадоваться за коллег всем, конечно. Я думаю, во дворце и у нас. Хотя, казалось бы, город Гомель не такой уж и как бы туристической меккой назвать сложно, но тем не менее. Нет, ну наши музеи заслуживают. Музей наши заслуживают, да, безусловно. Заслуживают вот таких вот слов. И нам, конечно, скажите, очень приятно. А какие вот экспозиции будут интересны, например, детям вот сейчас во время школьных каникул?
Ну, у нас очень хорошая выставка, мы ее открыли на Ночь музеев, называется «Путешествие по Китаю». Угу. Там у нас, помимо того, что представлены более 40 фотографий из разных уголков Китая, и там Китай довольно, скажем так, в необычном свете показан, поскольку фотограф жил в Китае 20 лет, поэтому мы, наверное, привыкли видеть один Китай, а на фотографиях он совершенно другой, уникальный и изумительный. У нас там фотозоны есть, у нас там есть... интерактивные зоны, да, селфи, можно, да, нарисовать иероглиф, унести с собой, и фотографии очень веселые, очень интересные, я думаю, будет посетителям нашим. Ну и, конечно, у нас наши постоянные экспозиции, кроме того, мы предлагаем всевозможные квесты, это тоже пользуется успехом у наших посетителей, поэтому... То есть если просим... определенный такой вот интерактив, да? Да, сейчас без этого уж никуда. Мало того, что ты узнаешь свою историю, все-таки это музей истории города, да, ты еще узнаешь, что в такой интересной, развлекательной, познавательной форме. Я всегда призываю наших зрителей, не то что призываю, я пытаюсь, наверное, чтобы вот наши гости как-то действительно интересно рассказали о наших музеях, потому что музей — это, наверное, то место, которое, ну, мы, когда уезжаем в отпуск, да, в другую страну, посещаем, мы обязательно музей, почему-то посещаем там музей, да. Ну вот спроси, Александр, вот, вот последний раз когда были в музее в нашем? А вот на прошлом выступлении практически. Да. А, то есть вы как раз таки с фото пошло. Какой был музей? Вот, да. А какие вот, еще ветки истории были еще в музее? Посещаете? Ветки были вот в музее, да, тоже. Да, тоже ветка. Обычно это выступление. Ну, не, просто сейчас так совпало. В Эрмитаже был, вот, в Питере. А, были в Эрмитаже, да? Ну, да, я там жил недалеко и ходил. Ну... Ну как же не сходить в Эрмитаж? Ну, то есть, вот видите, я не права. Мы любим сегодня музеи. Мы все-таки, да, мы все-таки их посещаем. Но мы не до конца просто знаем, какие там выставки происходят. Вот с помощью нашей программы мы пытаемся этот пробел, еще, конечно же, восполнить. Еще хотела сказать о том, что ведь часто гомельчане думают, ой, у меня нет времени, там, потом как-нибудь. И это потом затягивается лет на 10. Да. А потом, когда, например, приходит человек, который не был у нас лет 10, он выходит со слезами. Это я серьезно говорю. Говорит, боже, я же здесь не был там со школьной скамьи. Боже, как у вас хорошо. А еще у нас из Санкт-Петербурга есть постоянный посетитель, который к нам каждый год приезжают и всегда бывают у нас. То есть они всегда летом, наверное, да, да, приезжают, да, посетить, да, музей истории. Мы уже с ними здороваемся, мы их знаем хорошо. И они говорят, ой, они всегда к нас. Это хорошо, когда есть постоянные посетители. Да, да, здорово, да, если бы еще гомельчане были более активными. Были бы такими же постоянными. Кстати, часто ли вот в музейных залах, вот именно в музее истории, можно встретить нашу молодежь? Популярна ли вот наша история вот у молодого поколения нашего? Ну, конечно, да. Особенно, когда мы устраиваем какие-то интересные мероприятия, да, как то концерты, либо какие-то встречи, да. Вы знаете, наверное, ну, 30% это посетители школьники, процентов 30% так, это более старшее поколение, ну и, соответственно, молодежь еще 30 с копеечками процентов. Поэтому... Ну что ж, дорогие видите, друзья, про молодежь не зря заговорили. Вы помните, да, что последнее воскресенье июня в стране всегда отмечается какой праздник? День молодежи. Это, наверное, праздник, который молодежь ждет целый год. Да, вот есть День студента, а есть вот День молодежи. Этот праздник на Гомельщине всегда проходит очень ярко. И уже сегодня, конечно же, хочется узнать, где можно будет интересно провести этот день. Причем, заметьте, дорогие друзья, как бы отмечать этот праздник могут не только молодые люди. Да, у нас, кстати, каждый пятый в Беларуси считается молодым человеком. Итак, что же будет 30 июня в День молодежи в Гомеле? Сейчас вот завесу тайны нам приоткроет Юлия Липовская. У нас на связи второй секретарь Гомельской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель, добрый. Мы очень рады вот слышать вас опять вот в нашей студии. Юлия, расскажите, пожалуйста, как молодежь готовится к своему празднику, где пройдут самые масштабные мероприятия вот в эти выходные? Молодежь готовится к празднику не только в городе Гомеле, но и в регионах, так, абсолютно во всех районах. Уже в эти выходные, начиная с 29 июня, субботы, в каждом районе, в каждом районном центре, на центральных площадках городов, будут организованы большие масштабные праздники, посвященные Дню молодежи. Что хотелось бы отметить. 29 июня сразу в трех районах, в Ельском, Житковичском и Лещицком, состоится наш молодежный конкурс «Автоледи». Так. В Калинковичах участник примет Калинковичская земля, площадка 30 июня. Поэтому приходите посмотреть, поболеть за участниц. Девушка за рулем, это всегда увлекательно. Очень интересно. 29 июня, уже в эту субботу,
Гомельском районе, в агрогородке Терешковичи, состоится районный этап конкурса «Властелин села». В агрогородке Красный берег Жлобинского района в этот же день фестиваль сельской молодежи «Весело», такое у него интересное название. Ну а в Калинковичах молодые семьи из района определяют своего властелина села 30 июня непосредственно в День молодежи. Кроме того, различные фестивали, квесты, автопробеги. Ну вот, например, Чечерской Калинковичи 30 июня приглашают в этот день на фестиваль красок. Фестиваль красок, правильно? Да, да. Ой, ну вообще очень интересно. Я смотрю, что праздник молодежи охватывает не только действительно областной центр, но и практически каждый район приходит в каждую сельскую местность. Это действительно очень интересно. И «Властелин села» — это одно из самых интересных таких вот мероприятий, которые потом на протяжении всего года, по-моему, проходят с вашей вот под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи. Еще известно, Юлия, что накануне Дня независимости союз молодежи организует во всех регионах страны День вышиванки. Вот как Гомельщина отличается в этом проекте? Да, в этом году снова День вышиванки. Радужно встретит гостей 2 июля во всех районных центрах нашей области. 3 июля город Гомель, площадь Восстания в областном центре также будет большой масштабный праздник. Так. Но это еще не все. Всех желающих мы приглашаем поучаствовать в конкурсе селфи и фото с вышиванкой. Подробности в социальной сети ВКонтакте, в Инстаграм, в наших группах, в наших районных комитетах, в группе «Молодежь Гомельщины» подробная информация. И кроме того, 1 и 2 июля наши ребята, активисты, поздравят молодых мам в родильных домах, в родильных отделениях области, чьи малыши родились в канун праздника, День вышиванки, ну и, собственно, сам День молодежи. Вот так вот мы встречаем. Ой, так интересно. Ой, спасибо большое, Юль, спасибо большое. Ну, я думаю, что в следующей нашей программе мы расскажем более подробно и о мероприятиях, которые Белорусский республиканский союз молодежи приготовил к Дню независимости. Передача будет во вторник, так что, дорогие друзья, будьте внимательны. Юлия, желаю вам интересного праздника. Мы поздравляем, вот спасибо. Вся наша программа, да, поздравляет Белорусский республиканский союз молодежи и всю нашу замечательную молодежь. Действительно, с замечательным этим днем, который нас ждет целый год, Днем молодежи, и хорошего к вам выходных. Юлия Липовская, второй секретарь Гомельской организации Белорусского республиканского союза молодежи. Вот только что была у нас на связи. Как видите, дорогие друзья, программа празднования Дня молодежи обещает быть очень интересной и насыщенной, поэтому, конечно же, не упустите возможность побывать, ну, наверное, на всех попробовать, по крайней мере, праздничных площадках города, ведь на каждой из них действительно вы можете найти для себя интересное занятие или развлечение по душе. Итак, сейчас у нас реклама, ну а после рекламы еще несколько анонсов культурной Гомельщины на ближайшие дни.
Дорогие друзья, это группа «Карамор» сегодня на «Беларусь 4». Юль, мне кажется, пусть нас немного, но мы действительно впечатлены. Я хочу просто напомнить нашим зрителям, что услышать музыку средневековья в еще большем количестве вы можете завтра на концерте группы «Карамор». Концерт состоится в 7 часов вечера в Музее истории города Гомеля. Дорогие друзья, напоминаю, что мы разыгрываем пригласительный билет на концерт группы «Карамор». Вопрос конкурса связан с европейскими играми, которые сейчас проходят в нашей стране. Сколько стран-участников? Назовите вот это вот число, 34-22-43. Билет в Музей истории города Гомеля и билет «Все на двух человек» на концерт группы «Карамор» достанутся победителю нашего конкурса. Напоминаю, 34-22-43. Итак, если сегодня на «Беларусь 4» мы слушаем музыку средневековья, и наши зрители тоже, то какую же музыку вообще слушают летом гомельчане? Вот есть еще несколько интересных сообщений в Вайбере. Кстати, это вообще сообщение, ребят, для вас посвящены. Так, Марина пишет. Интересная группа «Карамор», необычная, прикольная музыка, приду на концерт. Марина, ребята уже ждут. Елена спрашивает. Интересно, эти музыканты в студии, кто же они по профессии? И вообще любопытно, почему увлекаются музыкой средних веков. Рассказывайте подробно. По профессии я изготовитель художественных изделий. Ну, вообще, по образованию я... преподаватель русского языка и литературы. Так. Вот так вот как-то. Вы по профессии работаете? Честно признаться, к сожалению, нет. А чем занимаетесь вообще? Ну... кроме барабанщика. В принципе, работал много где. То есть на фабрике художественных изделий Любно подрабатывал. Вот. Официально работал, естественно, то есть долгое время на «Спартаке», на нашей фабрике кондитерской. Угу. Вот. Сейчас решил попробовать себя вот на... белорусско-польском совместном предприятии «Делком 40». Да. Вот, с 8 числа вот выхожу. То есть буду себя там тоже пробовать. Ясно. То есть постоянным остается лишь барабан, как я так странно, понимаю, да. В вашей жизни. Ну, тоже неплохо. Денис, скажите, я так слышала, или это неправда все-таки, что вы вообще работаете конюхом? Да. То есть есть такая профессия конюх? Да, год сори. Вы ухаживаете за лошадьми? Да. Вообще колоритно, да, Юля? Очень. Конюх, при этом играет на волынке, но вообще что-то... Мне кажется, просто так вот совпали звезды. И творческую профессию получил, да? Да, да, можно, ну да, действительно, можно сказать и так. А есть уже практика верховой езды какой-то? Ну, пока не особо. Больше ухаживаете, да? Так, любопытно, почему увлекаются именно этой музыкой? Вот, Елена, напоминаю вопрос, можете ответить? Ну, это всегда корни. Когда я слушал другую музыку, ну вот различную, там и рок, и там чего угодно, мне всегда интересовали корни. Что было до этого? Почему, например, вот рок вот сейчас вот такой? И по пути, ну любая музыка – это поезд туда вот без пересадок. Это, ну, 100%. Вы нашли ответ на этот вопрос? Нет, но я близко. То есть вы в поиске, да? Это как вот выражение? Ну да, и средневековая музыка мне показалась очень интересной. Она разная, она обо всем на свете. И вот мне как-то загорелся и начал исполнять сам. Это, знаете, выражение «главная дорога к храму». Вот, и у вас приблизительно тоже получается, вы познаете что-то такое интересное для себя, открываете что-то интересное. А ваши отношения вот, по жизни, дружеские, да. Творческие, они как бы выходят за пределы музыки? Да, конечно. Вообще с семьями, например? Да. Да, проводите как-то вместе выходные дни? Ну, в принципе, это, ну, грубо говоря, одна компания. Ну, дело вот в чем. По традиции нашей программы я обязательно должна нашим участникам задать вопрос. Какие планы на ближайшие выходные? И есть ли вообще рецепт идеального выходного дня? Юля уже как-то... Да, мы участвовали уже в таком диалоге, но я знаю, что все меняется. Ребят, вот начнем с вас. Какие у вас планы на выходные? Кроме того, что завтра у нас концерт. Так, понятно. Первое, что, да, интересует, что было бы после концерта, да? Ну да, конечно же, да. Вот я бы хотел бы еще одну ночь музеев, на самом деле. Понравилась ночь музеев? Ну, конечно, на самом деле. Я вот хоть и знал об этом мероприятии, то есть вот у меня много друзей ходило, знакомых, вот, постоянно как бы, почему-то сам никогда не попадал. И не от такого какого-то нехотения, там, нежелания, а просто так получалось. Как, ну, ночь музеев, да, хорошо, как-нибудь схожу еще. Ну, казалось бы, вот. Что там такого может быть на ночь музея? А у нас сейчас такие ночь музеев. Да, и вот я попал, и все. Я буду постоянно там. Музей моя любовь на всю жизнь. Нет, ну я понимаю, что это вы хотели бы. А на самом деле есть какие-то реальные планы? Я не знаю, там, на дачу поехать? Реальные?
Ну, на даче уже наездился, хватит. Все уже? Уже все, по-моему, в конце июня уже все уже отдохнули по-летнему, по-настоящему. Хочется додушить чего-то. На самом деле, хотелось бы, чтобы распогодилось, и сходить на речку покупаться. Извините, только-только закончилось ваше распогодилось, да. Люди сегодня вздохнули, а вам уже хочется опять на речку. Опять. Ничего не до конца загорел. От зимы, что мне лучше жарко. Больше жара нравится, да? Ну, после концерта, концерт закончится, устанем. Вот, покормлю кота и спать. Идеальный выходной. Идеальный выходной. Юль, ну а изменился ли вот твой идеальный выходной вообще? Вообще в планах у нас было съездить в Минск на Европейские игры, но жизнь вносит свои коррективы, мы, к сожалению, не сможем туда поехать. Ну вот фан-зона, закрытие, покажет, пожалуйста, праздник большой будет. Да, поэтому у нас фан-зона, у нас, конечно, концерт, работа и время с семьей будем проводить. Замечательно. Я вот не дома, а где-то обязательно. Почему люблю тоже выходные, что это действительно вот время, когда ты можешь на законных основаниях уделить его это самое время своей семье. Итак, дорогие друзья, напоминаю вопрос нашего конкурса. Ведь действительно, прямо сейчас разыгрываем пригласительные, которые могут украсить ваш семейный досуг. Это пригласительные в Музей истории города Гомеля и пригласительные, вот такой вот щедрый у нас такой приз-подарок, и пригласительные на концерт группы «Карамор» на завтра. Вопрос конкурса связан с Европейскими играми. Сколько стран участников? Сколько стран принимает участие во вторых европейских играх, которые в эти дни проходят в столице нашей страны, в городе Минске, в нашей Беларуси. Итак, есть вариант ответа, мне подсказывают. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена, я живу в Гомеле. Очень приятно. Для начала хочу поблагодарить вашу передачу за такие интересные направления, за ваш гид по гомельским выходным, спасибо, по гомельским культурным всевозможным мероприятиям. Спасибо. Большое спасибо. Ну, и хочу поучаствовать в вашей игре. Да, у вас такая возможность. Да, у вас есть шикарная возможность действительно выиграть замечательные пригласительные. Так, еще раз. Во-первых, давайте так. Вы европейские игры смотрите, наблюдаете? Конечно. И с азартом болею за нашу команду. Правильно, мы все болеем, переживаем. Итак, сколько же стран принимают участие во вторых европейских играх? Ваш вариант. 50 стран. Очень внимательная телезрительница. Вы знаете, мы вам аплодируем. Вы, вот, да, вы наш победитель. Вы выиграли щедрые призы. Вот такой вот замечательный пригласительный билет на двух человек. Прошу обратить внимание на выставку «Закулисье побед». Специальная выставка была открыта в Музее истории города Гомеля. Специально к вторым европейским играм. И пригласительный билет на завтрашний концерт группы «Карамор». Ищите себе пару. Мне кажется, замечательно. На выходные вам обеспечено. Спасибо большое за телефонный звонок. Вот так мы только что сделали кого-то счастливыми и кому-то только что устроили культурные выходные. Мне кажется, это дорогого стоит, конечно же. Денис, ну вы вот так вот легко как-то спрыгнули и не рассказали нам про свой идеальный выходной. План это понятный, а вообще есть такая вот мечта? Да, 20 какого-то числа вот будет в Минске фестиваль «Наш Грюнвальд», как раз вот средневековой культуры. Вот я поеду и идеальные выходные. Вот это ваш идеальный выходной? Окунуться в музыку средних веков больше, да? Сколько у вас волынок? Пока две, вот, и еще я беру вот у знакомой поиграть. Но дело в том, что, мне кажется, дорогое удовольствие, скажем так. Инструмент не из дешевых, да, и уход, наверное, определенный. Ухода требуется. Очень много за ним. То есть это и дезинфекция мешка, и ухаживание за деревом, чтобы там не размокало. От влаги прописываем маслом. Там. Ну, это свои нюансы своего инструмента. Вот завтра будет мастер-класс по волынкам. Если интересно будет, я расскажу вот и в том числе и за уходу, и даже как его ставить и где его хранить дома. А как его ставить? Ну, его вообще вот эти инструменты... Вы его не выпускаете из рук практически? Ну, дома у меня стоит вот просто на раструбе вот так вот. Угу. Вот. Если там всевозможными вешалками люди пользуются, то это может грозить деформация трубок. Ну, это очень плохо. Вы знаете, Артем задает вопрос в Вайбере, а может ли «Карамор» на волынке сыграть что-нибудь современное? Современное? Ну, удивите, вот микрофон. Нет, ну, это надо учить. Потому что так вот прям... То есть нельзя, да? Залы, например. Ну, правда, это авторское произведение, но как раз современное. Ну, вы можете что-нибудь? Ну, да. Давайте попробуем.
Попробуем? Давайте на волынке. Да, давайте на волынке, или барабан тоже нужен? Я думаю, что нет. Так, Артем, внимание, вот специально для вас и всех наших телезрителей. Что это будет, назовите нам? Инициал называйте. Спасибо большое, Артем, для вас, да, и для всех наших зрителей. Ну, вы молодец, вот на импровизации, да. В общем, получилось импровизация, спасибо большое. Дорогие друзья, вот есть еще один вопрос для Юли. Какие-то интересные проекты в ближайшее время в Музее истории планируются, вот спрашивают телезрители. Да, у нас в июле, второй половине июля, планируется открытие двух выставок на нашем объекте Музея истории печати и фотографии, где сейчас работает выставка «Закулисье побед». Будет открыта выставка работ... Есть у нас такая школа фотографии «За кадром» называется. Работают несколько фотографов, девушек. Они долго работали над идеей создания этой выставки. Это будут фотографии девочек, женщин разных возрастов, без косметики, без всевозможного, скажем так, приукрашения себя. Так. Черно-белое, ну, как бы, естество такое. Очень необычное, красивое и современное. Настоящая женская красота. Настоящая, и это на самом деле так красиво. Когда планируется эта выставка? Это будет 18 числа открытие, 18 июля открытие в Музее истории печати и фотографии. Также в Музее истории города Гомеля на Пушкина 32 у нас состоится открытие выставки Анатолия Щеголева. Все его знают хорошо. Город Речица вообще у нас такой очень креативный город в нашей области. Он работает иллюстратором в одной из газет. Выставка называется «Один на 50 тысяч». Поэтому, поскольку один маленький рисунок тиражируется на 50 тысяч экземпляров газеты. И вот он уже довольно продолжительное время работает и покажет те работы, которые для одной из газет он изготовил. Это будет у нас тоже в июле, в 20-х числах открытия. Я в вас вообще не сомневаюсь. Действительно, проект всегда очень любопытный. Александр, заинтересовала выставка про настоящую женскую красоту вас как мужчины? На самом деле, сразу вспоминаю книжку. Нет, я понимаю, что это совершенно разные вещи. «Войны не женское лицо», что-то. Нет, это другое. Я понимаю, да, но все равно. Книжку заинтересовала, почему нет? Фотография – это действительно интересное искусство. А сами не увлекаетесь фотографией? Честно, не знаю даже, как сказать. Ну, конечно, нет. Скажем так, потому что... Только что планы какие-то у вас зародились, да? Зародились. На самом деле, привлекало в свое время как-то. Действительно, вот особенно эти все аппараты, то есть, да, «Зенит» там и так далее. Действительно, черно-белая съемка, то есть, сам процесс проявления фотографий. У меня была одна из любимых книжек, то есть, это, по-моему, справочник фотолюбителя что-то. То есть, хотелось. Вот, но в итоге... На самом деле, одна из любимых книжек – справочник фотолюбителя. При этом человек получил биологическое образование еще. Отлично, отлично. Александр, футболом увлекаетесь? Раньше играл, кстати, да. Даже играли в футбол? В секцию ходил, как бы, да, но все равно повторюсь, что спорта далек. А на матчи ходите наши? В свое время тоже ходил, но как-то в последнее время уже не сильно. Ну что ж, может быть, вас заинтересует, хотя вряд ли вы будете, наверное, готовиться завтра к концерту в это время. Но на самом деле, дорогие друзья, завтра, 29 июня в 17:30 на стадионе «Локомотив» встречаются футболисты клубов первой лиги «Локомотив» и «Барановичи». Кстати, вход на матч свободный. А еще в субботу и воскресенье дети и родители могут хорошо провести время в игровом интерактивном пространстве возле ДК «Железнодорожник» в Гомеле. На протяжении этих выходных дней там будут работать батуты, аниматоры, фотозоны, электромобили и даже сказочный музей оживших фигур.
Знаком ли вам такой музей, Юлия? Знаком, где, очень много музеев. Где оживают фигуры, да. Ну а 30 июня в воскресенье взрослые могут отправиться во Дворец культуры железнодорожников на мюзикл по мотивам романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Ну, кто не любит, да, это произведение. Кстати, композитор и продюсер этого мюзикла – российский музыкант Ким Брейдбург, автор многих современных хитов. А как насчет кинопремьер? Часто ли вообще посещаете наши кинотеатры и ходите на новые фильмы? Очень редко. Последний раз. Да, что это было последний раз? Ох, это меня заставили на самом деле. Просто сейчас тут эпоха интернета, и поэтому... как и бы, что? Нет. По-моему, это «Пираты Карибского моря» были последние. Так это нет. Было очень давно. Ну, согласен, да. То есть несколько лет назад, как я понимаю. Вот. Вы, наверное, попкорн не любите. Да нет, не в этом дело. Просто кинематограф, как бы, ну, не знаю, как сказать, определенный мне нравится. Какой? Вот. Зачастую. Ну, что-то от нуара немножко. То есть я люблю вот такие, ну, триллеры, грубо говоря, психологические, можно так сказать, как бы, да? Но, ну, так и есть, да. Вот. Ну, не сталкивался еще, по крайней мере, в прокате на такой фильм, как бы, который мне хотелось бы действительно уже сходить. А какие-то кассовые, да, почему нет? Если компания, то почему нет? Юль, ну, вот. Юль, ну вот что ты выбираешь? Ты большой экран выбираешь, вот, например, посмотреть, я не знаю, там, «Унесенные ветром» на большом экране? Или все-таки в интернет-версии, пусть дома даже, ну, на телевизоре? Я и в кинотеатр с удовольствием, мы ходим с большим удовольствием, поскольку эффект от большого экрана, это, конечно, да, всегда хорошо. Похода, конечно, да, с друзьями, похода, это всегда интересно. Фильмы я очень люблю, мои любимые, наверное, французские. В последнее время английские тоже фильмы очень люблю за их юмор, очень тонкий. Да, своеобразный. А я, вот, знаешь, а я люблю мультфильмы, кстати, всегда. Вот. Ой, современные мультфильмы вообще. Да, смотреть мультфильмы, это действительно здорово. Итак, какие же кинопремьеры ждут гомельчан в эти выходные дни? На больших экранах Гомеля нас ждут не только ставшие уже вот традиционными все вот эти супергеройские картины, например, вот «Люди в черном» International, но также и мультфильм «История игрушек 4». Не знаю, я помню историю игрушек, когда у меня родился сын, сейчас ему 23, то есть вот эта вот сага, она живет, живет, живет. Итак, «История игрушек 4» будет на эти выходные. Также будет несколько сюрпризов, например, «Приключения. Собачья жизнь 2», научно-фантастический американский триллер «Битва за землю» и комедийная мелодрама «Та еще парочка». Кстати, это новая картина режиссера Джонатана Левина, известного по таким работам, как «Жизнь прекрасна», «Раш» и «Как добиться успеха в Америке». Ну, скажите, ребят, изменились ли ваши планы вот к концу нашей программы или что-то вот интересное нашли сегодня вот для себя, может быть? Вот на фотовыставку сходил бы именно за кулисы спортивные смотреть. Я уже в кино хочу. Уже в кино? Ну, вот как быстро все меняется. Отлично. Ну что ж, тогда, может быть, вас еще и заинтересует силовое состязание. Дело в том, что 3 июля, в День независимости, в Гомеле состоится настоящее силовое состязание. Вот кто может принять участие в этом мероприятии? Какие испытания вообще планируются для силачей? Прямо сейчас расскажет организатор этого проекта, мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу Александр Мартыненко. Александр у нас на телефонной связи. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Мы вот планируем, ищем интересное мероприятие на ближайшие дни, День независимости, и знаю, что одно из интересных состязаний будет силовым. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, когда это все пройдет в Гомеле, точнее, где, какие испытания ждут участников? Так, ну, наше событие приурочено к Дню независимости. Угу. Вот. Наш силовой конкурс называется «Бизон Трендмен». Вот. Нашу инициативу поддержала администрация Новобелевского района и Новобелевский БРСМ. Вот. Ребята будут состязаться в 3 упражнениях. Угу. Удержание шин автомобильных, кантовка шин от самосвала БелАЗ и МАЗ, вот. И переноска шин от подгрузчика. Но это же очень тяжело. Вот. Неужели человек в состоянии поднять шину и один перенести? Ну, конечно. Состояние. Вот у нас это будет делаться среди ребят в двух возрастных категориях. Одна у нас возрастная будет от 16 до 18. Так. Соответственно, и веса они будут они будут полегче, соответственно, их возрасту. И вторая группа среди ребят будет от 19 до 23 лет. Скажите, а женщины не участвуют в таких состязаниях? Не пытаются переносить шины? Сейчас женщины сильные. Женщины
они у меня постоянно задавали вопросы, как бы, почему не проводится. Вот, так как у нас уже вот 10, в этом году будет 10-й юбилей, самый сильный гомельчанин, вот, то есть, который проходит среди всех желающих, и возраст там не ограничивается, но это было среди мужчин. Вот, ну и вот решил я выдвинуть инициативу, чтобы сделать вот пробный такой турнир среди женщин. То есть женщины вот, будут участвовать? Да, то есть, соответственно, там будет и полегче веса для женщин, но упражнения будут те же самые. То есть тоже автомобильные шины будет удержание, концовка шины, переноска. Ну, мы несколько шокированы, конечно, но посмотреть на это хочется даже нам уже. Но другой вопрос, а как участником стать? Не поздно ли вообще еще подать заявку? Не, участников можно стать включительно до 3 числа. Так. Для этого нужно сделать всего 3 условия. Вот. Какие условия? Надо собраться с силами, самое важное. Так. Вот. Затем подготовить медицинскую справочку о том, что можно поднимать тяжести, потому что мы же не можем человека дефицировать. Можно мы и ему нельзя. Поэтому ему надо приведить справку. Ну, справку. И 3 условие – это 3 числа вместе с паспортом, со справкой приехать в Новобелевский район к 4 часам в зону отдыха Пруды и зарегистрироваться. А само мероприятие начинается во сколько, напомните? Само мероприятие начнется в 17 часов. В 17 часов. Ну что ж, спасибо большое, Александр Мартыненко. Приглашаем зрителей всех, фотографов, видеографов запечатлеть это мероприятие. Да, да, спасибо. Спасибо, Александр. Думаю, получится действительно очень интересно. И так действительно по-праздничному. Всегда хочется попробовать там свои силы или посмотреть, на что способны другие. Ну вот вообще сейчас вся страна готовится вот к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, готовится к Дню независимости. Что планирует музей истории к этой дате? Ну, мы планировали очень хороший выставочный проект, но, правда, у нас немножечко отодвинется во времени. Скорее всего, мы его реализуем, наверное, ко дню освобождения Гомеля. Это будут модели, скажем так, образцов вооружения разных стран, которые участвовали во Второй мировой войне. Но это будут небольшие модели, но очень качественно выполнены. Это как точные копии будут. Ну, тогда вот эту интригу очень сохраняйте, да. Потом расскажете подробнее перед самой выставкой. Ну что ж, дорогие друзья, вообще подробно афишу Дня независимости мы расскажем, как я уже говорила, в нашей следующей программе накануне праздника. Программа выйдет в эфир, как обычно, во вторник в 20:25. Ну а пока, в преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, я хочу напомнить, что телеканал «Беларусь-4» предлагает каждую пятницу окунуться вам в историю создания самых популярных военных кинолент производства нашей белорусской киностудии «Беларусь-фильм». И вот сегодня, сразу после «Доброго вечера», мы предлагаем вам посмотреть документальный проект «Кинометры войны» и художественный фильм «Государственная граница. Год 41-й». Так что я желаю вам просмотра. Напоминаю, что сегодня мы строили планы на выходные дни вместе с музыкантами коллектива «Карамур». У нас в гостях были Денис Гусаков и Александр Макаренко. А также сегодня вместе с нами на этом добром вечере была директор музея истории Юлия Куприенко. Спасибо всем большое, хороших выходных, удачного концерта. Это был еще один «Добрый вечер, Гомель», Наталья Волынец. До новых встреч в прямом эфире.